«Собери ребенка в школу». Благотворительная акция для малообеспеченных и многодетных семей продолжается. В этот раз два первоклассника из Одинцова получили заветные наборы, рюкзак и школьные принадлежности. Мы рады, что у нас в Одинцовском городском округе проходит такая акция. И первая неделя прошла успешно. Сегодня уже пятница, и 85 наших юных первоклассников получают рюкзаки от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. И, конечно, это прекрасно. Родителям не приходится тратить уйму времени на то, чтобы подобрать нужные принадлежности. В рюкзаке уже собрано все, что может понадобиться первокласснику на первых порах. Это очень круто, хорошо, радостно, что вот такие подарки делаются. Спасибо, то, что подарили нам рюкзак. Нам очень приятно, что вот губернатор такую вот, так сказать, акцию. Это очень, как, очень ценно, что вот заботится о своих гражданах. Внимание и забота – то, что особенно приятно, рассказывают родители. А перед началом учебного года такая помощь еще нужнее. Теперь их дети к школе полностью готовы. Эмилия Аркелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».